Вот у нас утро сегодня продолжается 20 февраля 2019 года 2000. И вот тут коти у нас. Кошки вокруг нас вьются вьюном. Вон Поля сидит, спряталась. Да, Виктор Андреевич? Так, не ходи. Сейчас я им дам. Шипс. Белый. Это мы варим селедку. Вот отходы им даются. Ой, ой, подожди, он не дает. Видишь, что делает? Отойди, я дам. Зверь. Отойди. Настоящий зверь. Тут ты что ты будешь делать, а? Белый, совсем терпения белый, нет. Ну дай отойди. Маленько. Стой. Ну подожди, дай я положу сюда. А то на пол пойдет. Да подожди. Вот ты какой, а. Вот что ты будешь делать такое, а? Ну, смотри, мать-то ждет, бабка ждет. Ну, ты... Я дам сейчас поровну всем, надо разделить надо. Ой, ой, хвост трубой, а та под себя. Селедка хорошая рыба. А почему, говорит, море соленое? Потому что в ней, говорит, селедка плавает. А раньше только селедка была такая. Ну, а вот это вот, у нас это любила одна сестра тут. Издалека. Это молоки называется. Вместо икры это означает самец. Очень вкусное. И вот я сейчас им помаленьку... А, сейчас нельзя. Они там заняты. Это я для них приготовил. Вчера разговариваем, отспрятал, не закрыл. Залез картошку, выкатил там и съел. Ой-ой-ой. И вот даже трудно поверить. Он маленький был когда, а там у меня коробка, и сверху тряпочка сама закрывается. И он там с матерью лежал, да, доползет до выхода из коробки. А коробка вот такая вот. Дальше не вылазит. Я еще ничего не понял. Но вот он стал вылазить. Растет. Растет, да. Вылезет и сидит, никуда не идет. Я думаю, что такое? Я посмотрел, у него зрачков нету. Он слепой. Ну, я тогда стал святой воды брать и каждый день его промывать. Несколько раз. Гляжу, у него зрачки начали появляться. И вот такое сделался. Все видит, все слышит. А до того активный. А до этого выйдет, гулять-то идет. Головой сунется, то, что на пути стоит, он не видит где-то. Ну, никуда от коробки нету. А если мимо промазал, дальше он идет и уже не знает, где еще его нет. И вот чудо. Все. Да. Слава Христу.